Овен, сегодня вам не стоит пытаться менять привычный распорядок дня даже в угоду новомодным веяниям, поскольку это может причинить вред вашему самочувствию и, как следствие, надолго вывести из равновесия. Телец. Вы будете готовы любой ценой обратить на себя внимание окружающих. Однако высока вероятность того, что в ответ можете услышать нелицеприятные высказывания или вызвать у людей совсем не ту реакцию, на которую рассчитывали. Близнецы. В трудной ситуации вы будете способны либо пасовать перед трудностями, либо, наоборот, предпринимать отчаянные шаги, чтобы спасти положение. Однако сегодня вам будет необходимо действовать быстро, но продуманно, иначе эффект от ваших усилий будет минимальным. Рак. Вы почувствуете прилив сил, и если быстро не придумаете, куда направить избыток своей энергии, то ваша деятельность будет напоминать броуновское движение, а главной движущей силой окажутся случайные факторы или стечение обстоятельств. Лев. Сегодня вы сможете прочувствовать тенденции ближайшего будущего, но чтобы не омрачить день, старайтесь поменьше есть, если не хотите в самый неподходящий момент почувствовать недомогание. При этом сегодня вам лучше совсем отказаться от тяжелой и калорийной пищи, а также от незнакомых продуктов. Дева, у вас сегодня появится возможность понять, какими еще талантами и способностями наградила вас мать природа. При этом многое будет зависеть от благоприятного стечения обстоятельств, которые надо не пропустить, а также от вашей расторопности, которую нужно проявить. Весы. Это не лучшее время для того, чтобы испытывать свои силы на каком-то новом поприще или в незнакомом деле, так как высока вероятность неудачи, и у вас надолго пропадет желание заниматься самосовершенствованием или искушать судьбу. Скорпион. Возможно, вам вряд ли придется радоваться собственным успехам, так как склонность браться то за одно большое дело, то за другое может помешать довести хоть одно из них до конца и получить удовольствие от того, что вы смогли добиться своего. Стрелец. Сегодня неожиданно для себя вы можете увидеть новые пути самосовершенствования или развития своей личности. И хотя время для решительных шагов еще не пришло, попробовать свои силы в чем-то новом уже стоит. Козерог. Старайтесь поменьше философствовать, так как ваши рассуждения могут не только запутать собеседников, но и поставить их в тупик. И это может помешать вам заключить выгодные договоренности, которые, казалось бы, уже были у вас в кармане. Водолей. Вам стоит воспользоваться новыми предложениями, поскольку это даст возможность приобрести твердую почву под ногами. При этом будет лучше, если отношения с людьми примут форму равноправного партнерства. Рыбы. Вам будет вести на приятных собеседников, которые окажутся не только прекрасно эрудированными людьми, но и захотят вас внимательно выслушать. При этом не стоит пускаться в бесконечные подробности. Если вы хотите получить дельный совет, а постарайтесь сразу же перейти к сути дела.